Всем огромнейший привет! Сегодня хочу показать косметические новинки, которые у меня появились, а именно продукцию Эколаб. Я давно засматривалась на данный бренд и решила сделать заказ в интернет-магазине Апика. Это интернет-магазин с органической косметикой, милый такой, уютный, с хорошим качественным обслуживанием, с приятными ценами, и весь заказ, даже с учетом доставки, мне обошелся намного дешевле. А если бы я покупала это у нас в городе, ну, цены, девчонки, действительно отличаются. И вот именно в интернет-магазине они настолько приятнейшие. Я советую вам в него заглянуть. Ну, а теперь давайте приступим к моему заказу. Я давно засматривалась на шампунь от компании Эколаб, Эколаборатории, как она сейчас называется. Шампунь укрепляющий для объема и роста волос. Как раз эта пометка меня и подкупила. Объем — это всегда актуально, особенно на длинных волосах. Активные ингредиенты представлены органическим маслом макадамии, экстрактом гамомелиса и маслом ши. Здесь стандартный объем 250 мл. Действительно активный состав. Здесь присутствуют все заявленные компоненты. И мне понравилось то, что идут они далеко не на последних местах, а в первых рядах. Данный шампунь отлично промывает кожу головы. У него такая желеобразная консистенция. Этот шампунь плохо пенится, но промывает он просто отлично. Действительно появляется и объем, и свежесть, и волосы такие рассыпчатые, легкие, летящие. Также этот шампунь продлевает свежесть волос, что стало для меня неожиданностью. И голова намного дольше выглядит опрятной, дольше выглядит свежей. Приятнейший аромат, знаете, для меня аромат какой-то кондитерской, пахнет конфетками, мармеладом. Этот аромат остается на волосах, но он абсолютно не напрягающий. Мне очень понравился данный шампунь, и для моих волос, которые сейчас жирные на корнях, а сухие на кончиках, он прекрасно все это балансирует. Хороший, качественный шампунь для волос с хорошим составом и с прекрасным действием. Девчонки, советую попробовать. Стоит он очень-очень бюджетно, а действует он действительно на 5 с плюсом. И также бальзам из этой же серии. Он идет уже вот с таким удобным дозатором. А на самом деле было бы отлично, если бы и на шампуне был такой дозатор, но ничего страшного. Тоже бальзам укрепляющий для объема и роста. Те же самые активные ингредиенты, но на первом месте уже лидирует масло ши. А бальзам имеет плотную консистенцию. Я боялась, что он будет утяжелять волосы. Все-таки сейчас у меня они более такие жирные. Но я наношу только на сами кончики, и кончики просто прекрасно себя чувствуют. Они спаянные, они очень гладкие, и волосы по всей длине такие однородные, по ним легко скользит рука, они хорошо расчесываются после использования данного бальзама. Аромат, кстати, у бальзама отличается, и мне он даже больше нравится, чем в шампуне. Он мне тоже напоминает какую-то выпечку, но с другими нотками. Очень классный аромат, настолько он согревающий, мне прям безумно хочется его постоянно вдыхать. У бальзама экономичный расход, кстати, как и у шампуня, и мне кажется, хватит его надолго. Объем в данном бальзаме уже 200 мл. И бальзам также мне понравился, могу поставить ему 5 с плюсом. Следующее, что было в моем заказе, это крем для тела, который предназначен для гладкости и тонуса кожи от Эколаб. 250 грамм объем, также имеется заглушка. И сам крем имеет плотную густую консистенцию, которая, кстати говоря, абсолютно не жирная, абсолютно не липкая. Крем быстро впитывается. У него немного навязчивый, но в то же время очень приятный освежающий аромат. Пахнет, знаете, такими травками. Возможно, это пахнет так розмарин, я не знаю. Но аромат очень свежий. Я его называю свежий огуречный аромат. Аромат остается на теле, но не продолжительное время, поэтому напрягать он вас точно не будет. Данный крем отлично справляется с сухостью кожи. Он хорошо ее питает, действительно разглаживает, убирает все шелушения и придает очень комфортное ощущение. Я ни в коем разе не пожалела, что заказала этот крем. Я осталась под большим впечатлением. И я думаю, буду знакомиться и дальше именно с продукцией для тела от Эколаб.
И последнее, что было в моем заказе, это органическая натуральная зубная паста. Она предназначена для интенсивного отбеливания, для того, чтобы убирать налет зубов после красящих напитков, таких как чай, кофе. Я хочу отметить, что эта паста имеет неплохой объем 100 мл. И знаете, у нее такая интересная консистенция. Она жидковатая, гелеобразная, она плохо пенится, но очищает она просто отлично. Настолько чувствуется свежесть, чистота после использования данной пасты. Мне это очень понравилось. Я не скажу, что она отбеливающая. Такого эффекта я, к сожалению, не заметила. Но паста действительно достойная. У нее хороший состав и неплохое действие. Также для меня было большой неожиданностью то, что магазин положил мне в подарок парфюмерное масло. Это у нас парфюмерное масло от производителя «Крымская роза». Я никогда не пробовала ничего от данного бренда. Парфюмерное масло «Магнолия». Способ применения здесь тоже интересный. Можно использовать для ароматизации помещения, для того, чтобы добавлять в косметические средства, в кремы, бальзамы, в молочко для тела, для создания собственных духов. И также можно использовать в качестве ароматизатора для мыла, парафиновых и гелевых свечей. Скорее всего, данное масло я буду использовать для ароматизации помещения. Аромат у него действительно приятный. Конечно, он концентрированный из упаковки, но когда расходится, чувствуется очень такой красивый и, я бы сказала, нежный аромат. Все-таки в подарок было приятно получить, а тем более это полноразмерный продукт. Ну, не всегда девчонки интернет-магазины щедры на такие подарочки. Это все, что я хотела вам рассказать. Обязательно заглядывайте в инфобокс, все ссылки будут именно там. А я благодарю вас за внимание. Мы с вами совсем скоро увидимся. Всем пока-пока!